Водоемы, горы и вулканы на песке в развивающем комплексе 12 режимов. С их помощью дети с ограниченными возможностями здоровья могут создавать свой мир. Песочная терапия развивает восприятие, мышление, моторику и внимание. Это ребенок, который в своем мире. И вдруг он здесь. При помощи этой песочницы может его изменять. Он творит мир своими руками. И мы создаем вот такие методики, тоже сейчас очень много работаем и мы над этим, для того, чтобы создавать какие-то определенные проблемы. И тут же, в одночасье, они их решают. И поэтому в жизни они также смогут решать свои проблемы. Такая интерактивная песочница – единственная в регионе. Воплотить мечту в реальность помогла партия «Справедливая Россия». Мы надеемся, что эта песочница не только для детей, которые вот в этой общественной организации «Солнечный мир», но и для всех детей с особенностями здоровья, которые в Липецкой области находятся, что они, конечно, смогут пользоваться этим уникальным оборудованием, и все им пойдет только на здоровье.